сентябре денежное изобилие обрушится на пятерых знаков зодиака. Девы. В самом начале сентября девам может поступить весьма интересное предложение, касающееся работы. Несмотря на то, что это будет весьма неожиданно, представителям знака придется очень быстро принимать решение, поскольку именно оно повлияет на финансовый успех. По мнению астрологов, на новом рабочем месте девы смогут многого добиться, благодаря чему их доход выйдет на новый уровень. Однако нельзя забывать о том, что начальству нравятся энергичные работники с большим количеством идей. Девы не должны стесняться. Пришло время поверить в самих себя и достичь большего. Скорпионы. Представители знака могут даже не прикладывать какие-то усилия, а количество денег будет увеличиваться. Дело в том, что на протяжении долгого времени скорпионы работали, не покладая рук, поэтому пришло время собирать плоды. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на премию или же прибавку к заработной плате. Кроме того, старые должники напомнят о себе и вернут все денежные средства. Астрологи не советуют скорпионам сразу же тратить полученную сумму. Лучше немного сэкономить, правильно распределив все свои траты. В будущем это будет весьма полезно. Стрельцы. Астрологи отмечают, что фортуна затронет не только финансовую сферу стрельцов, но еще и все остальные. Благодаря этому знак почувствует прилив энергии и сил, добьется гармонии и поймет, в каком направлении ему следует двигаться. После этого дела на работе пойдут в гору, начальство предложит повышение, или же вовсе поступит предложение о смене места работы. Независимо от того, какое решение примут стрельцы, увеличить свой доход и общее финансовое положение представителям знака удастся в кратчайшие сроки. Нужно лишь не забывать проявлять себя и повышать свою квалификацию. Львы. В отличие от других знаков, вошедших в пятерку счастливчиков, львам придется приложить максимум усилий, чтобы разбогатеть. Однако звезды обещают представителям знака небывалый эмоциональный и физический подъем в начале осени, благодаря которым львы с легкостью преодолеют любые трудности на своем пути. Нужно лишь забыть о лени и начать работать. Тельцы. Астрологи говорят о том, что начало осени будет для тельцов достаточно сложным периодом. Придется приложить все свои усилия, не теряя позитивный настрой, чтобы решить все проблемы. Однако за это Вселенная обязательно наградит тельцов. Причем бонусы будут не только материальными, но и затрагивающими другие сферы жизни. Поэтому представителям знака следует запасаться терпением и ни в коем случае не отказываться от своих желаний. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!